вас такой вид, Розетти, как будто вы проглотили собственную шляпу. Я бы проглотил дюжину шляп, если бы знал, что это хоть немного поправит наши дела. Неужели они так плохи? Они плохи с перспективой. Завтра будет еще хуже. Русский цирк аншлаги, а мы горим. Черт побери, что это за мода на русский? Тут дело не в моде. У них действительно прекрасная программа. Целый букет отличных номеров. Я бы из него сделал 5 цирков. А у нас одна звезда. Глория. Праздник молодости, смелости и фантазии. Торжество хорошего настроения. Да, рецензия, будь здоров. Андрюш, слушай, огромное впечатление оставляет уникальный номер господина Бакланова. Господин. Да-да-да, это для тебя я, Андрюша, а для людей, разбирающихся в искусстве, я господин Бакланов. А вот, очаровательно и элегантно. Мадемуазель Галина Петрова. Ну-ка, да. Опечатка. Ты же знаешь, как буржуазная пресса искажает факт. Ах ты! Вы! Ты что, обиделась? Нет, ты меня слишком плохо знаешь. Нет, я тебя знаю очень хорошо. Трое неразлучных, испытанных друзей, и крепко подружились еще со школьных дней. Готовы друг за друга всегда мы стать горой. И нас, как говорится, не разольешь водой. Мы трое друг без друга, буквально как без рук. Вдвоем мы изучали премудрости наук. Пятерки, тройки, двойки, бывало все у нас. И в ужасе нас ждали стипендию не раз. Обычай вы хороший, или у нас во всем. Решаем все вопросы обычным большинством. А если мы решили,
так действуй по всему. У нас не дает тебе поблажек никому. Здравствуйте, уважаемая... Шевелева. Простите, да. Боже мой, такая женщина, директор цирка, я просто потрясен. Разрешите представиться. Граф приправо спагетти. Что-что? Спагетти. По-вашему, макароны. Граф приправо спагетти. В.В. Ленченцо Линцоли, бывший финансист, которого любовь к искусству заставила переменить профессию. И что же? Скажите, вы хотите, чтобы ваши гастроли прошли совершенно, ну, неслыханным, потрясающим успехом? Конечно, хочу. Тогда разрешите, мадам, вас познакомить с моими друзьями. А! Вот Лолита Соль де Перес и Гонсалес Оранжат. Шая звезда экрана, королева серенад. 8 фильмов гром успеха, но коварный режиссер на другой звезде женился. И прощай кино с тех пор. Я испанка, и я рождена для безумной любви и измен. Моим прадедом был Дон Жуан, родной бабкой Кармен. Я наивна была и чиста, но встречала везде только ложь. Сакраменто 140 чертей, 2 трубы и 1 барабан. Сакраменто 140 чертей, 2 трубы и 1 барабан. Еще один из самых лучших и мной проверенных друзей. Флегматик купола художник, прошу, представьтесь, Одиссей. Вы в хорошем настроении стали что-то напевать. Что последует за этим? Захотите танцевать? Танец требует умения, значит, нужен вам, друзья, учитель модных бальных танцев. Один из лучших, замечательных друзей. Вот Абдул-Гамид бен Ибн и Абдул-Гамид бен Бей. Я очень рада, что познакомилась с такими выдающимися людьми, но не совсем понимаю. Пленительнейшая Ирина Алексеевна. Это не просто люди, это, вы будете смеяться, но это фирма, которая в пределах разумного вознаграждения берется организовать вашему цирку совершенно небывалый успех. Я вижу некоторый оттенок недоверия в ваших наиголубейших глазах. И зал грохочет от смеха. Пленительнейшая Ирина Алексеевна, вы пишите маленький чек, и мы вам покажем работу нашей фирмы. Никакого чека не будет. Мы привыкли сами добиваться успеха. А кроме того, у меня есть смета, и такой вид расходов не предусмотрен. Это неожиданный репримал. Я бы сказал, очень жаль. Очень жаль.
Ну и суровейшие. Но учтите, что наша фирма может организовать не только успех. Мы прекрасно можем организовать и провал. А я лично вот в это время еще играю на трубе. О, сеньора Шевелева, салют! Рад приветствовать вас в это прелестное утро. Здравствуйте, сеньор Розетти. Позвольте представить вам моего друга, господина Мортимера Фицджеральда Скотта-младшего. Скотт-младший. Шевелева. Владельцем цирка являюсь я. Но вот кто финансирует мой цирк. Я, сеньора, богат идеями, а у него меньше идей, но больше денег. Вы так любите цирк? Нет, он так любит мою дочь. Викторию. Дорогой Мортимер, это тот секрет, который знает абсолютно все. Поздравляю сеньора с большим успехом. Спасибо. Значит, будем конкурировать. Кто кого? М? Зачем же конкурировать? Соревноваться? О. Всего лишь? А сразу эти больше не вытянешь. Но заказ принят, и мы его должны выполнять по первой категории. Нет. На работе я запрещаю. Пожалуйста. Прекрасно. Не женщина, а гремучая змея. Не забудь, гремишь, стучишь, а в паузах выкрикуешь. Я знаю, что выкрикивать. Нет, пожалуйста. Как раз это выкрикивать я тебе запрещаю. Ну что ж, сегодня мадам Шевелева увидит работу нашей фирмы. Салют, сеньоры! Глория, это русские актеры. А это известный Андрей Бакланов. Глория, приглашай к нам на представление. Глория Розетти. Очень приятно. Знаете, господин Бакланов, я столько слышала о вас. И буду очень рада, если вы придете к нам на представление. Благодарю. Глория, ты не гостеприимна. Ты приглашаешь одного Бакланова, а я приглашаю всю русскую труппу. Спасибо, господа, просим вас к нам. Спасибо. Пожалуйста, ждем вас. А вас после представления я прошу за кулисы. Мне очень хочется узнать ваше мнение. С удовольствием. Ты жив, Андрюша? А что? Она выстрелила в тебя таким взглядом, что могла убить наповал. Ты что же, пойдешь к ней гримерную? Конечно. А ты что же, против? Нет, я не против, но... Что? Интересная женщина, почти красавица, знаменитая артистка, пригласила. Не знаю, как другие, а я пошел. Правда, меня она не приглашала. А я бы не пошла. Тихо. Так она тебя не пригласила. Молодцом. Настоящая работа. А какой выход из трюка? Ни одного лишнего движения. Ну, это уж, по-моему, лишнее. Рискованно. Глория, русский от тебя в восторге. Ну, а цирк-то опять пустой. Да. Дела наши... Что же делать? Выход один. Ты должна быть поласковее с Мортимером. Пойми, он фундамент нашего предприятия. Клянусь Мадонной. Я не собираюсь выходить замуж за фундамент. Я его терпеть не могу. Если хочешь знать, что такое деньги, попробуй их у кого-нибудь занять. А он чертовски богат. А, пожалуйста. Умоляю, будь с ним поласковей. Если хочешь, чтобы курица не слазь, надо терпеть ее, милка. Куда к мне? О, мисс Глория. Ах, забыл, я вас оставлю.
Мисс Глория, когда я вас вижу, мое сердце делает 200 ударов в минуту. У вас, наверное, гипертония. Мисс Глория, одно слово «да», и вы меня сделаете счастливейшим человеком в мире. А если я скажу «нет», вы будете самым несчастным? Мисс Глория, вы упорно уходите от ответа. Я ухожу не только от ответа, но и от вас. Вы меня извините, Мортимер. Я явился, так сказать, невольным свидетелем вашего разговора. Но вы, как бы это сказать помягче? Говорите потверже. Вы, одним словом, вы сами знаете, кто вы. Настоящую женщину надо покорять благородством, вниманием. Хватит, хватит вашего благородства. Из-за вас бросил дела, контору. Прилетаю сюда, без секретаря, без собаки. Цирк горит, Глория холодна, как лед. Какой вы к черту отец, если вы не можете повлиять на нее? Слушайте вы, мистер Скотт, я тоже умею топать ногами и ругаюсь на 13 языках. Моей дочери нужен муж-джентльмен, а не Скотт, даже если он младший. Что? Доброе утро, наимудрейшая. Здравствуйте. Я вижу, ваша фирма не имела поддержки в нашем цирке. Кто же это вас так? Ах, мадам, искусство требует жертв. Обидно только, что искусство бывает разное, а жертва, как правило, всегда одна и та же. У нас такая опасная профессия, мадам. Извините, я спешу. У меня как раз с физической слабостью интеллект работает очень интенсивно. У меня родилась глобальная идея. Спасибо, не нужно. Обидно, мадам. Обидно? Мы с вами интеллигентные люди, не можем договориться. Впервые моя фирма отпускает клиента не оказав ему услуг. Скажи, Глория, этот Андрей Бакланов, он тебе нравится? Нравится. Давай плюнем на Мортимера и уговорим этого парня месяца три поработать в нашем цирке. Верь мне, это блестящий выход из нашего положения. Не удастся. Мне да, а тебе удастся. Я не специалист по вашей женской технике, но взгляни на него поласковее, похвали обязательно, намекни, что он тебе симпатичен, а остальное я беру на себя. Ну что, Глория? Нет-нет, эта идея мне не нравится.
граф, значит? Помесь. Я незаконно рожденное дитя корсиканского графа и испанской балерины. Вы женаты? Собственно, как сказать, знаете? Что значит, как сказать? Ну, она считает, что жената, а я считаю, что холост. Ну, вы были женаты, да? Да, естественно, был 7 раз. 4 жены бежали от меня, и 5 раз я бежал от них. 5 и 4 это 9, а вы были женаты 7. Да, но от 2 жен я бежал 2 раза. Ну что ж, граф-секретарь, это даже импозантно. До вечера. До вечера. Это была чудесная прогулка. Я узнала столько интересного. Я узнал тоже много интересного. Да, кое-что мы здесь узнали. Теперь все понятно. Так вот, почему мне отказывают. Мистер Мортимер. Где ваш отец, а? Сеньор Розетти. Сеньор Розетти. Успокойтесь, господин Мортимер. Хватит, я был слишком спокоен. Сеньор Розетти. Сеньор Розетти, сколько можно ждать? В чем дело, почему вы орете? Вот, полюбуйтесь. Ваша дочь завела роман с этим русским. Что? До свидания, сеньор Розетти. Ближайшим самолетом я улетаю в Мельбурн. Просто ближайшим самолетом мы вынуждены. А? Как? Вы же только что приняли меня на службу. Послушайте, Мортимер, я вам все объясню. Понимаете, ведь это я поручил... Не защищайте вашу дочь. Между нами все кончено. Вы смешны, Мортимер. Между нами ничего не было. Где мои чемоданы? Где мой самолет? Я не знаю. Где самолет? Самолет немедленно сюда. Только 2 билета. Вы же меня только что приняли на службу. Что случилось? Господа, что здесь происходит? Вот, полюбуйтесь. Ваш артист хочет украсть мою невесту. Наш артист? Да. Вашу невесту? Да этого просто быть не может. У него уже давно есть своя невеста, наша. Кто же это, интересно? А это я. Вы невеста? Да, и очень давно. Чуть ли не с детства. Правда, дорогой? Идем, Андрюшенька, там поговорим. Галя. Идем, идем. Господа, я надеюсь, конфликт исчерпан. Да, да, конечно. До свидания, господа. До свидания. Пойдемте, товарищи. Мельбурн. Право же, в этом скандале я не виноват. Как сказать, если вы знаете, что мистер Скотт так ревнив. Не в этом дело. Он очень богат и финансирует наш цирк. Отец говорит, если я не буду принимать его ухаживание, он обидится и уедет. Ну и пусть едет. С катертью дорогу. Что вы? У нас в трупе женщины, дети. Он уедет, и все мы окажемся на улице. Отец хочет, чтобы я вышла за него замуж. Отец? Зная, что вы не любите его? Господин Андрей, я вам очень доверяю. Видите ли, он не мой отец. Он спас меня от голодной смерти и сделал из меня актрису. Я француженка. У моего отца... Настоящего отца. Был небольшой цирк Шапито. Он был воздушным гимнастом. Отличным гимнастом. А я с 5 лет тоже в манеже. Юная акробатка. Потом несчастье Марселя. Вот тогда сеньор Розетти изменил мне отца. Глория. Как бы я хотел, чтобы вы всегда были со мной. Разве это возможно? Ну а что если... Ребята у нас хорошие. Дружные. Я обещаю вам, что у нас за вами никто не будет ухаживать. Да? Никто? Ну, во всяком случае, так как мистер Мортимер. А что скажет ваша невеста?
Нет у меня невесты, мы с Галей только друзья. Я никогда еще клюс вам не любил, и даже, кажется, я не был увлечен. Я никогда цветов любимой не дарил, а тот, кто был влюблен, был для меня смешон. Нет, над влюбленными смеется этот мир. Поверьте мне, те, кто влюблен, счастливее всех. Когда любовь придет, отыщет вас Андрей, и в этот час что скажете вы ей? Я скажу ей. Я ей скажу. Напрасно сердитесь, Мортимер. Это я поручил ей прибрать Бакланова к рукам. А вы своей дурацкой ревностью испортили и свели на нет все мои усилия. Единственная надежда исправить вашу ошибку – это сегодняшний прием. Поэтому, естественно, я его устраиваю за ваш счет. Опять? Да, сеньор Отелло-младший, опять. Как правило, за истерики надо платить. Ну, хорошо, хорошо. Я плачу этот прием. Ну, учтите, мне не нравится эта затея. А, ну почему, Мортимер? Вы же просто богатый человек. А я делец. Делец-психолог. Я понимаю и знаю, как обрабатывать людей. Да, судя по тому, как вы обработали меня, знаете. Но вы забываете одно обстоятельство. Бакланов молод. Но у него нет чековой книжки. А моя дочь понимает, что это такое. Хорошо. Сегодня вы за рулем. Но учтите, если мне не понравится, как вы ведете машину, я сам сяду за руль и выброшу вас на ходу. Сяду за руль. Если такой осел сядет за руль, наше место в кювете. Вот безобразие, а? До сих пор не готова. Черт же, одевайся. Сказала, что не пойду, значит, не пойду. Да пойми, Галка, сеньору Розетте неудобно, что утром произошел скандал. Он хочет его замять, приглашены все, а ты, между прочим, одно из главных действующих лиц этого скандала. Между прочим, главное действующее лицо — господин Бакланов. Послушай. Да, не надо было гулять с дочерью капиталиста, у которой к тому же такой ревнивый жених. Он не жених. Кто это сказал? Она сказала. А ее отец сказал, что жених? Ну, мало ли кто что сказал. Ты вот тоже говорила, что я твой жених. Да. Я хотел тебя спасти. Спасибо, Галочка. Спасибо, история тебе этого никогда не забудет. Перестань. И потом, неужели вы думаете, что я не понимаю, почему вы оба так рветесь на этот самый прием? Галя, что? Я давно уже вышел из детского возраста. Ах так! Да, и ты не моя тетя, чтобы воспитывать меня. Ах так, ах так. Так! До свидания, дорогая тетя. Тебе нравится взбунтовавшийся индивидуум? Мне кажется, ты слишком близко к сердцу принимаешь этого индивидуума. Да, потому что судьба моего товарища... А, слышал. Кость, ты на все как-то странно реагируешь. Ты все подводишь сугубо личную базу. Да, я же забыл, ты у нас общественница. Да, и горжусь этим. Я личное поднимаю до общественного, а общественное превращаю в личное. Горько и обидно иногда. Вечно ты чем-то недоволен. Что любовь не радость, а беда. Горько и обидно нам порой. Что проходит счастье стороной. Ох, как часто люди портят нас. Опять ты на что-то жалуешься. Если безответна их любовь.
горько. Горько, на виду. Дай Бог. Плохо. Не сладко. Вот люби. Сложно. Без любви жить невозможно. Ах, любовь. Ах, любовь, беда нам с нею. Кто не любит, куда труднее. Глория, дитя мое, ты ослепительна. Ну, как дела твои идут? Не очень. Ничего, ты своего добьешься. Если нам удастся подписать контракт с Баклановым, это будет сенсация. Ты плохо знаешь Андрея. Купить его не удастся. А зачем его покупать? Он в тебя влюбится. Мы выгоним Мортимера. Я стану хозяином цирка. А пока, Глория, конечно, временно. Я очень прошу тебя, будь с Мортимером чуточку поласковее. Чуточку. М? Граф, а ведь ты подлец. Знаю, спокойно. Ты стал секретарем, а бросаешь фирму. Дурачье, это же трюк, я же в глубочайшем подполье. Но фирма гибнет. Слушайте, соберите свои последние умственные способности и напрягите их по возможности. Терпение. Умный в гору не пойдет. Ну? Умный гору обойдет. Фирма воскреснет. Воскреснись! Разрази меня гром. Ерунда. Пожалуйста, порази меня молнией. Глупость. Ой. Чтобы мне до конца своей жизни не иметь ни одного оплаченного договора. Ну, хорошо. 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 Верим в последний раз. Ну, смотри. Имей в виду. А ты? А я? Я остаюсь. Ларечка, прости меня, но я сейчас очень занят, очень занят. И не смогу уделить тебе никакого внимания. Подождешь, подождешь. Значит, они фирма, а я? Кто я? Ну, ты моя птичка. Птичка, это лирика. Практически, кто я? Жена или так? Ну, Вальдемар, не велика, я тебя знаю наизусть. Так я не хочу. Только вчера ты мне клялся в вечной любви. Говорил, что ты меня любишь. Короче, я хочу под венец и конец. Лолита, крошка моя, ну потерпи немного. Я ж тебе клялся в вечной любви. Значит, у нас еще уйма времени впереди. Ну, я тебя не оставлю. Даю тебе слово бедного, но честного графа. Не верю. А ты попробуй, тебя уже столько раз обманывают, что ничем не рискуешь. Что? Негодяй. Какой же ты негодяй. Это я знаю. Какой же ты. Знакомина! Мы будем жить с тобой, как в сказке. Мы будем ворковать, как голубки. Но улыбнись, сострой скорее глазки. Не надо сцен печали и тоски. Испанка я и кровь далеких предков. Во мне кипит, пылает и бурлит. Испанка я и горькую обиду. Тебе испанка в жизни не простит. Лолита, умоляю, дорогая. Прости меня, любимая, прости. О, боже мой, какого негодяя пригрела я, ах, на своей груди. Лаль, да я прошу, прошу прощения. Поверь, что будем счастливы мы вновь. Ах, боже мой, какие огорчения приносит нам проклятая любовь.
дорогие друзья и коллеги, я счастлив, что вы нанесли нам этот дружеский визит. Мы тоже очень рады, потому что наш цирк зажигает не только огни своих представлений, но и огни дружбы. Пожалуйста, прошу вас. Благодарю вас. Это у меня Господин Андрей, разрешите мне, как хозяйке этого бала, пригласить вас на вальс? С удовольствием. Прости. Этот Бакланов становится абсолютно ручным. Не знаю. Она играет свою роль слишком искренне. Она же хорошая актриса. Может быть. Но спектакль этот удовольствие мне не доставляет. Как вы себя чувствуете? Сеньор Розетти. Да-да, слушаю вас. Я получила из Москвы приятную для вас телеграмму. О, прошу благодарю вас. Благодарю вас, сеньора. Предложите цирку Витория Розетти гастроли второй половине года сроком 3 месяца. О, дамы и господа, вы слышите, русские приглашают нас на гастроли в Советский Союз. Чрезвычайно. Чрезвычайно. Вы слышите, сеньора, мои люди голосуют за. Я очень рада. А что скажет мистер Мортимер? Я подумаю. Мы подумаем. И завтра дадим ответ. Пожалуйста. А сейчас, господа, наш небольшой концерт. Его начнет моя дочь Глория Розетти, которая исполнит свою любимую песенку «12 музыкантов». Thank you.
Леша, ты ведь на все мои слова не обратил никакого внимания. На какие слова? А, по поводу Глории? Да. Слушай, Галочка, может быть, хватит, а? Ну, ты слышал? Слышал. Ну, что ты молчишь? Наш лучший друг? Друг. Интересно, что бы ты сделал, если бы на его месте был я? Ну, тебя-то я просто убила. Как убила? Меня убила? Ну, конечно. Надо же понимать. Он всегда отличался легкомыслием и самомнением. А я? Ты. Ну, как можно сравнивать? Ты-то ведь у нас умный. Умный. Серьезный. Серьезный. Выдержанный, ты меня убила. Да. Слушай, Галка, ты знаешь, ты меня просто очень обрадовала. Да, наша фирма. Предлагаю секретный заказ. Нужно украсть человека, связать его, положить в машину и отправить в загородную виллу. Ну, понятно, и там кончать. Через сутки мы его отпустим. Ах, значит, убивать не будем. Ну, вот, проще простого. Так, кто этот человек? Артист Бакланов. Секундочку. Вы говорите, что вы завтра его выпустите. А зачем же его красть? Видите ли, если он завтра не выступит в утреннем представлении, оно наверняка сорвется. Публика возмутится, вернет билеты, начнется скандал, песенка русских спета, мы за рулем. Ой, какая страшная месть из-за женщин. Не только. Я вложил довольно круглую сумму в цирк этого осла Розетти. Он миндальничает с русскими, хватит. За рулем я. Вы согласны? Даю 600 долларов. Конечно. Лучше 700. 600. Пожалуйста. 600, а торговаться бессмысленно. Бессмысленно. Ну, пожалуйста, значит, 632. Я сказал. Все. Заказ принят. Можно попросить... аванс? Попросить можно, получить вряд ли. Друзья мои, ну как ведь я хозяин слова? Фирма существует? Поступил секретный заказ. Нужно будет украсть человека. Что? Спокойно. Все продумано мною до мелочей. Значит так, вас трое, он один. Нас четверо. А, дорогие мои, меня он знает. Я буду давать советы, буду руководить издали. А кто он такой? Спокойно, не задавайте лишних вопросов. Наша задача – схватить, упаковать и положить в машину. Все. Никаких «а», 600 долларов. 300 вам, 300 мне. Но. Никаких «но», это справедливо. Работу нашел я. Я идейный вдохновитель. А Лолита? А при чем тут Лолита? Лолита никакого участия не принимает. И вообще забудем о ней. Я устремлен в прекрасное будущее, а Лолита — это мое печальное прошлое. Граф Теннинсенкмен, ты должен ей дать, ну, хотя бы... 150? Нет, это много. Хотя бы 100 долларов. Договорились, отдашь свои. Ну, знаешь. Ну, она мне надоела. Понятно. Значит так. Операция должна быть произведена по законам передового детективного опыта. Книги читаете? Да. Да, ну вот. Иногда. Вот, значит, вот мешок. Вот веревка. И вот клеп. Клеп. Вклеп. Кляп. Кляп. Значит так. Вот.
Все было продумано до мелочей. Все продумано. Нет, так. Так? Так? Подожди. Так, вот. Значит так. Как только он появляется, пижаяма бросается ему под ноги, бьет под колени, делает подсечку. Я! Нет, я стою там. Это я погорячился. Ты! Я! Да! Нет, лучше ты! Я! Да! Ну, в общем так, надо его дать чем-нибудь тяжелым по башке, засунуть кляп и положить мешок. Понятно? Понятно. Репетируем. Я это он, вы. Все. Давай. Внимание! Пижаяма! Уйди! Что это? Мы же репетируем. Глория, этот вечер я никогда не забуду. Господин Андрей, только не смейтесь. Но 3 года назад я выступала в цирке Медрано. В нашей программе был старик, индийский факир. Он подарил мне вот эту старую монету. Видите, она распилена пополам. Ее очень легко сломать. Старик сказал, если ты встретишь человека, который, ну, которого ты захочешь увидеть снова, подари ему половину этой монеты. Господин Андрей, вот, это половина. Отец просит вас по срочному делу. За что? За $100. Дорогая пощечина, да? Я позволю себе за эти же деньги еще одну. Боже мой, графом
А вот, да. Дорогие друзья, начинаем наше утреннее представление. Галя, ты Андрюшу не видела? Нет. Костя говорит, что он до сих пор не одевался. Как не одевался? У него скоро выход. Ой, Ирина Алексеевна, что же могло случиться? Давай, давай. Еще. Господа. Здравствуйте. Вы, я вижу, время даром не теряете. Ах, мадам, какие радости бывают у пожилых мужчин. Вино не разрешают врачи. Женщины не позволяют средства. Остаются только карты, мадам. И то по маленькой. Простите, не имею чести знать. Я Глория Розетти, невеста Мортимера Скотта-младшего. Мой жених... Поручил мне с вами расплатиться. О, прекрасно. Мадемуазель, к этому акту мы готовы в любое время суток. Сколько? 600. Совершенно верно. А не 300? Ведь четвертого, который получает львиную долю, среди вас нет. Увы, 300, мадам. Еще не жена, уже все знает. И считайте, что вам повезло. Если бы мой жених со мной посоветовался, он не был бы таким щедрым. Что вы, мадам, скажем я, за меня и 100 долларов много. А вы посмотрите на этого парня. Красавец, знаменитый артист. Вы шутник. Да, он шутник. Вот деньги. На, на. Спасибо, можете идти. Благодарим вас, мадемуазель. Только не развязывайте его, парень зол и смотрит тигром. Я укротительница. Как хорошо, что я успела. Сейчас я вас развяжу. Отойдите, отойдите. Господин Андрей. Какой же я дурак. Поверил, подвел всех. Зачем вы это сделали? Я? Что вы, как вы могли подумать? Как только я узнала об этой подлости, я тут же бросилась к вам на помощь. Мортимер хочет, чтобы вы не участвовали в дневном представлении. Глория. До моего выхода 15 минут. Внизу моя машина. Успеете? Как вы могли подумать, что монета была фальшивая? Простите, Глория. Спасайтесь! Граф приехал! Хватайте! Хватайте! Хватайте его! Глория, бегите! За меня не беспокойтесь! Бегите вы! Сейчас пойди! Назад? Мадемуазель, для этого ему понадобится не только пехота, но и артиллерия. Могу вам предложить прекрасный бизнес. Свяжите его. Кого, меня? Ты что, обалдел, что ли? Свяжите его и заверните в эту шкуру. Скажем, что это русский. И получите еще 300 долларов от моего жениха. Вот ко мне. Лучше не подходите. Мадемуазель, он наш товарищ. Что? Товарищ? Человек, который вас всегда обманывал, который вас всегда грабил. Товарищ, да ты его убить мало. Лолита, солнышко, все решено. Мы женимся. Ну, действуйте, ребята, ну. Получите по 100 долларов за такой день. Такие деньги дают не каждый день, ну. Она права. Он наш товарищ, но она права. Права, права. Слушайте, вы? Я вас знаю, насквозь не подходите. Не надо! Итак, господа,
наша фирма лишилась главы. Предлагаю прекрасную кандидатуру. Меня? Минуточку. Я полагаю, что нам нужен интеллигентный человек. Меня, видимо. Нет, меня. Кто против, все за. Ну что ж, господа, король умер, да здравствует королева! Ура! Ты здесь? Что случилось? Скажи, отец, могу я выйти замуж за человека, который мне не доверяет, который скрывает от меня свои оригинальные замыслы? Извините, мисс Глория, я щадил ваши нервы. Обещаю вам, что это больше не повторится. Замечательно. Ну как Бакланов? Пришлось связать. Так, так. А неужели же вам его не жалко, а? Я думал, что человеком нравится. Этот? Да. О, нет, никогда не нравился. Ну, вот видите. Господин Мортимер, расплатитесь с этими господами. Они честно заработали свои деньги. Конечно, конечно. Джентльмены, прошу, ваш гонорар. Вы довольны? Благодарим вас. Мы довольны ровно в два раза. Глория, этот человек для вас опаснее, чем для меня. Газеты слишком много уделяли внимания ему и забыли о вас. Но молодой человек, вы мне казались таким сильным, мужественным. Вы же ведете себя недостойно мужчины, стонете, визжите. Что такое? Это же бирюки графа. Перестаньте чихать! А я не виноват. Эту шкуру никогда до меня не вот... не вот... не вытряхивали ее. Вы... вы не то ли старый осел? При чем тут возраст? Вы убеждали меня, что этот русский влюбится и выступит в вашем балагане. Она сама влюбилась! Прощайте! Завтра вы! И ваша дочь останетесь нищими! Господин Мортимер, а я? Вы же приняли меня на службу. Алло, Боди. Господин Мортимер, я... Некоторые изменения, Боди. Я ведь старался. Материал пока не печатать. А они меня связали и избили... Да, не печатать. А я старался. Изменения, я говорю. Чихал я на ваши старания. Да нет, это не вы чихали, это же я чихал. Ну что, ты сейчас его будешь воспитывать? Да нет. Есть дирекция, есть местком, пусть уж они. Надо знать, в кого влюбляться. Разве это можно регулировать? Конечно. Ты же вот ни в кого не влюблен. Кто, я? Ты. Влюблен. А она? Что она? Ну, отвечает взаимностью. Не знаю. Ну, что ж ты не говорил? Да. Ну, сама ты не должна догадываться. Не знаю. Умная женщина должна догадываться о подобных вещах. Я ее знаю. Знаешь. Знаешь, Галка. Кто же она? Ты, Галочка. Я догадывалась, Кость. Честное слово, я догадывалась. Ну и? Ну что и? Наконец-то, наконец-то встало все на место. Люди, слушайте, я счастлив, вот моя невеста. Будут гости, будет свадьба, пир, захотел славный. Я счастливее всех на свете, я жених, понятно. Я счастливее всех на свете, ваш.
чего ж приятно. Будем петь, будем петь, ну и финалы. Ну и попруг, моя попруга, молодая мама. Этим чудным переменам рад я и не даром. Кто мы были одиночки, кто теперь мы пара? Кто мы были одиночки, кто теперь мы пара? Господа, граждане... Тише, идет же представление. Ох, пардон, пардон, пардон. Ирина Алексеевна, я очень сожалею, что наше творческое сотрудничество не состоялось, но, видит Бог, ваша фирма не нуждается в услугах моей фирмы. Уникальные карты, господа. Уникальные карты, господа. Предсказывают будущее, угадывают прошлое и обеспечивают настоящее. Благодаря легкому крапу, который... Ты, пожалуйста, карты тоже можно мимо. Попугай, господа. Попугай, господа. Птица говорит на всех языках, кроме родного. Попугай тоже мимо, да? Я иссяк, господа. Вот все, что мне осталось, господа. Андрюша, ну, ни пуха, ни пера. К черту. Рекордный аттракцион. Заслуженный артист республики Андрей Бакланов. Мортимер и Розетти уехали на аэродром. Они помирились и хотели, чтобы я уехала вместе с ними. Но я отказалась. Что мне делать? Самое лучшее — это перейти в наш цирк. Не могу. У моих друзей даже не на что вернуться домой. Разве я могу их оставить в беде? Но, Глория... Если я уйду, не будет программы. Я остаюсь со своими друзьями. Мы будем работать вместе. Глория, может быть, вы поедете на гастроли к нам? Цирк пока принадлежит Мортимеру. Он может все забрать, распродать. Пусть пройдет время. Мы окрепнем. И тогда... Что ж делать, а? А у меня предложение. Ирина Алексеевна, ребята, давайте... Ну, дадим сверхплановое представление, а все деньги за него отдадим своим товарищам по профессии. Верно, да. Вы хотите нам помочь? О, благодарю вас. Thank you.
Здравствуйте, дружи! Сегодня приветствуем ты, мы вас как желанных друзей и просим запомнить искусство хлеба.